А всем привет! Вы на канале Мурашник. Сегодня я покажу свой новый вид муравьев из рода тетрамориумов. Тетрамориум импурум – тема сегодняшнего видео. Это несложный, красивый и относительно доступный вид соцмелочи. И да, от этого они немного безбашенные. Ну, не то чтобы совсем идиоты, но, надо признать, слегка туповаты. Оставить зерна мака у ватки, чтобы они проросли? Да! Выпасть из пробирки, когда ее открывают? Ага. Утопиться в сиропе. А что, слабо что ли? Утопить матку в сиропе? Так, стоп, что? Ну... Нет, а сейчас серьезно, изначально было две матки. Обе, правда, инвалиды на несколько ног, но не суть важно, тем более, что их роль в многотысячной колонии не предусматривает какое-то целевое передвижение. Так вот, нашел я одну из них, влипшую мордой в подсохшую капельку сиропа в кормушке. Но я ее с помощью воды отлепил и пустил дальше по пробирке бегать. Вот. А так муравьи довольно интересные и красивые. Матки у импурум отличаются приплюснутым тораксом от циспитумов, а первые рабочие у них очень похожи. Весь сок импурум в том, что они цветные и имеют довольно много разных морф. От коричневого и даже до желтого и рыжего цветов. Не особо яркий, но все же лучше, чем черный циспитум. Мои, кстати, вроде рыжеватые морфы, но цвет проявится позже. В общем, Тетрамориум импурум похож на Тетрамориум циспитум. Тоже буйный, многочисленный, плодовитый и доступный. Обитает на территории всей Европы отдельными ареалами. Довольно редкий и стоит чуть дороже. Но вот эта колония обошлась мне всего 50 гривен. Это хорошая цена. Надеюсь, они не погибнут. Это как раз тот случай, когда лишнее вмешательство может погубить колонию. И не от стресса, они довольно стрессоустойчивые, а потому что молодая колония очень уязвима, но еще тупенькие чуть. Это им обеспечивает толстый слой брони, защищающий голову от попадания разумных мыслей. И да, надо признать, они действительно крепкие ребята, бронированные и очень сильные. А также неплохие охотники за счет тактической агрессии под названием «Матка сказала все до дому» и большой численности. В охоте радует то, что они не бешеные и пугливые, как лазиусы, а более устойчивые и скоординированные. Вот такие муравьи. Ну а с вами был Мурашник и Тетрамориум импурум. Пишите вопросы в комментариях, всем удачи, всем пока!